Дорогие друзья, доброе утро. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссеры сегодня Екатерина Голикова, Айдын Слепцов. А мои гости – ученица 10 Г-класса школы номер 5 города Якутска, художник-поэтесса Марина Соколова. Марина, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. И блогер Мария Гуринова. Добрый день, спасибо. Девочки, спасибо, что вы пришли сегодня в это утро в нашу студию. И тема эфира сегодня – это обучение в школе глазами учащихся, то есть вашими глазами. И вы в ближайшие 40 минут будете экспертами. Я тоже буду возвращаться в свое прошлое, буду тоже что-то вспоминать. И к экранам, и к радиоприемникам я хочу пригласить и взрослых родителей, да, и их ровесников, и ваших сверстников. Я надеюсь, что наш разговор будет полезен и тем, и другим. Но взрослых я бы настойчивее пригласила, потому что сейчас есть уникальная возможность посмотреть на то, что мы делаем, как мы живем, как это через призму восприятия детей, подростков. Мне кажется, это очень важно и очень интересно. Конечно, говорить будем о школе. Вот что такое школа? Школа – это... Ну, для меня школа — это то время, то место, куда дети должны хотеть идти, то есть саморазвиваться, там, находить друзей и так далее. Вот. Маша, а для тебя что такое школа? Ну, вообще, я считаю, что школа — это, безусловно, второй дом. Получается, учителя там играют роль, можно сказать, родителей, наставников, жизненных наставников. И мы должны ощущать себя в школе как дома. Ну, конечно, за грань разумного выходить не стоит, но в любом случае надо ощущать себя там комфортно, и чтобы, ну, ощущать себя в своей тарелке, можно сказать. И чтобы школа не была просто каким-то зданием, где ты должен просто сидеть 40 минут и учиться. Нет, там надо ощущать какую-то свободу. И развитие — это, конечно же, в первую очередь, как для жизни, так и в умственном смысле. Вот. Вот вы сразу начали говорить про ту школу, куда прийти хочется, да? Но я разделяю ваше мнение, да, хочется приходить в то место, где ты себя чувствуешь комфортно, да, где тебе интересно, где тебе радостно. Конечно, в такое место приходить приятно. А на сегодняшний день школа, куда вы приходите, насколько соответствует тому, вот, что вы сейчас рассказали, как мечту? Есть какие-то пересечения с тем, что как вам хочется? И чего много или, может быть, что есть, с чем вам сложно взаимодействовать на сегодня? Мне кажется, что в современной школе есть и плюсы, и минусы. Например, мы находим там друзей там, и так далее. Нам всегда помогут там, и так далее в психологическом плане. Но мне кажется, в современной системе образования есть такие моменты, которые лучше бы изменить. Например, свободное образование. То есть... свободное расписание, то есть то, что отменить эти вот классы там и так далее, потому что во многих классах есть дети, которые там больше усваивают материал, которые не усваивают материал так быстро, как, например, люди, да, получается, другие. И это нормально, да, получается. Было бы классно, приходишь в школу, да, тут такое расписание висит, какие-то предметы, какие-то секции, ты приходишь и думаешь, так, вот мне сегодня интересно вот это, я сегодня с таким настроением встал, мне сегодня хочу пойти туда, да, завтра будет новый день, я завтра подумаю. И ты идешь по тому, что ты на самом деле чувствуешь для себя важным и интересным. Еще мне кажется, очень сложно, да, в школе, на мой взгляд, ну, кроме того, что нет такого расписания, есть четкое, ну, мы же сегодня можем помечтать. Есть четкое расписание уроков, да, и ты хочешь, не хочешь, ты идешь там на историю, если тебе даже она неинтересна, и ты уже определился, да, что она тебе в будущем, например, не будет так нужна, как, например, литература, да, или математика. Но, тем не менее, приходится идти. Раннее вставание. Вот я сегодня встала второй день рано к эфиру, я вообще, я еще сплю. А помню свою школу, когда с первой смены я училась, приходилось, конечно же, каждый день, 6 дней в неделю, да, там суббота тоже была занята, приходилось вставать рано, и вот очень сложно, мне кажется, воспринимать, когда ты с первой смены учишься, воспринимать вот эти знания, вот эту информацию. Я вот как-то слушала, Гарик Харламов рассказывал о своей дочери, он говорит, я ее спрашиваю, он с первой смены учится, что сегодня в школе было интересно? Она говорит, папа, я не помню. Он говорит, она в меня, потому что я до часу дня не воспринимаю, что происходит вообще. А как вам вот первая смена, хотели бы вы изменить?
Мне кажется, первая смена полезна тем, что в первой половине дня ты учишься, а во второй половине дня у тебя есть свободное время. Вот. Но все-таки, мне кажется, каждому по... То есть это вопрос индивидуального расписания, мне кажется. И вот хотела задать вопрос Маше, как вот насчет этого думаешь, нужно ли вообще вводить в школу индивидуальное расписание для детей? Ну, вообще, теоретически, конечно, это был бы хороший эксперимент, но все же мне кажется, что индивидуальное обучение пока что довольно сложное именно в процессе реализации, так как надо составлять расписание для каждого ученика. А учителя, конечно, у них достаточно мало свободного времени, чтобы обучать основную массу учеников, которые учатся в школе, так еще и учеников, которые учатся дома, дистанционно, можно сказать. Ну и, конечно, современные дети пока что не обладают той самой самодисциплиной, чтобы не сидеть просто в том же Зуме или в Дискорде и не спать или не есть в то время, когда учитель ему объясняет материал. Ну и получается, что они просто будут просиживать зря время, а знаний как таковых не получат. Но, конечно же, это не относится ко всем ученикам. Есть дети, которым, наоборот, очное образование дается сложнее. А из дома, в удобной обстановке, когда они ощущают себя комфортно, намного легче учиться и воспринимать информацию. И получается, никто тебя не давит на тебя. И, ну, и если, например, задаю тебе какой-то вопрос, ты с легкостью ответишь, потому что ученики, твои одноклассники, на тебя не будут смотреть, и тебе не стоит бояться, ответишь ты правильно или неправильно. На ошибках в любом случае учатся. Вот. То есть это уже речь про домашнее обучение, да, индивидуальное обучение, кстати, к которому сейчас обращаются многие. А пандемия так вообще нас всех заставила обучаться дома. Кстати, как вам этот процесс онлайн-обучения? Насколько он для вас был сложным или, наоборот, это вам понравилось? Мне, если честно, не понравилось учиться дистанционно, потому что в очном формате обучения мы, получается, общаемся, все-таки видим человека, там, друзей элементарно. Учителя, потому что проще, мне кажется, заниматься в очной форме. Вот. Маша сказала то, что сложно организовать, получается, индивидуальный формат обучения. Я с тобой согласна с этим. Также можно же, получается, отменить, чтобы было легче, получается, организовать, получается, процесс. Да, процесс обучения, то есть индивидуальный. Можно же, получается, отменить эти классы и предоставить детям самим выбирать, получается, что им нужно, на каком уровне в том или ином предмете остаться, и, то есть, заниматься уже по группам. То есть сегодня у меня одна группа, завтра вторая, то есть... Вот. Слушайте, это было бы интересно, вот расписание факультатив, да, например, там, не знаю, география там, да, или история, и на этот факультатив могут прийти дети из разных классов, да, может быть, десятиклассник, пятиклассник, да, вот так, мне кажется, было бы интересно, и такая бы уже компания получилась людей, которые вот по интересам сошлись, пришли вот сюда, в это место, да, которым всем интересна история, да, и вот и из-за того, что каждый будет разного возраста ребенок, да, будет говорить о своем восприятии, это же, ну, реально будет интересно всем послушать. Да, это еще разовьет уровень какой-то коммуникации, потому что будут дети разных возрастов, и они могут обмениваться опытом каким-то, потому что все же, когда мы разговариваем с ровесниками или более старшими детьми, там, на 2-3 года, допустим, да, все-таки информация, получается, воспринимается легче, потому что учителя все-таки пытаются как-то вот с более теоретической стороны подойти, а мы говорим друг другу, объясняем все более простом, получается, формате. И знакомиться будет проще, да. Да, и ты уже как-то будешь в школе знать больше людей вот именно так, по интересам. Ну, здорово. Я еще когда смотрела, готовилась к сегодняшнему эфиру, загуглила про обязанности, ну, я гуглила права, но у меня вышло обязанности учащихся. Ну, и, конечно же, был пункт, где права. И вот среди прав учащихся, которые обучаются в школе, в институте, ну, в других учебных заведениях, там, значит, важный, мне кажется, пункт — это выражение свободы мысли, выражение своего мнения. Вот насколько в школе вам легко это делать, выражать свои мысли, свое мнение, если они даже идут вразрез с мнением преподавателя, мне кажется, это вообще нормально, потому что люди разных поколений, ты можешь мыслить абсолютно по-другому. Насколько вам легко это делать? И делаете ли вы это? Ну, конечно, в современной школе
можно сказать, пока дети не так хорошо выражают свои мысли, потому что принято такое, что ученик должен уважать учителя, и мнение взрослых всегда превыше всего. И, к сожалению, детей вообще мало кто слушает, потому что все-таки, ну, ребенок, что он может сказать? Он еще не дожил, чтобы что-то говорить о жизни или размышлять. И все же надо, чтобы в школе именно была такая практика, чтобы дети умели свое мнение высказывать и не боялись его, потому что ребенок хочет что-то сказать, но он не может, потому что он боится, что его за это осудят, отругают или еще что-то сделают. И это приводит к закрытости ребенка. И, конечно, в дальнейшем, когда он уже вырастет и станет взрослым человеком с образованием, с работой, он не сможет уже контактировать со своими коллегами и как-то не сможет даже в этой команде... Да, в социуме как-то о себе заявить. Но это ужасно, то, что уважение равно, это значит, я думаю, так же, как учитель. Это не про уважение, ведь наоборот, уважение, сначала же нужно себя уважать, да? Я вот сама с собой, например, могу договориться, вот у меня такое мнение, если я его могу высказать, я уважаю сама себя, то есть я как-то себя проявляю. И это не говорит о том, что я не уважаю собеседника, у него может быть абсолютно другое мнение, правда ведь? Да. А если у детей такая установка, то тогда, конечно, потом вообще будет невозможно сказать о том, что ты думаешь и как ты думаешь. Ну, я, если у вас сейчас так в школе, то значит ничего не изменилось, потому что в мое время было точно так же. Нам тоже нельзя было говорить то, что ты думаешь, даже не то, что в школе, когда я в институте училась, то же самое. Было как-то странно, если ты вразрез мыслишь, если у тебя какое-то мнение такое вот необычное, и как-то, ну, это значит, ты там не знаешь предмет, да, и так далее. А потом в жизни, когда я уже вышла в социум, когда мне нужно было как-то, какие-то коммуникации, да, вступать, мне было очень сложно, потому что я, во-первых, не знала, кто я. Я вообще не знала, какое мое мнение, что я думаю. Я ничего о себе не знала. Ну, это же ужас. И на сегодня, значит, вам так же сложно, как и нам было. Ну, нам не то, что сложно, можно так сказать. То есть у нас есть учителя, которые дружат с нами, получается. Очень хорошо дружат, да, получается. Но все-таки есть моменты, когда учитель все-таки давит в психологическом плане на ребенка там и так далее. И в этом плане, мне кажется, нужно как-то сменить обстановку, что-то вот сделать так, чтобы учитель был не только там для ребенка каким-то вот авторитетом, божеством каким-то, да, получается, не только, а другом, например, каким-то наставником, да, получается. Понятно, что. Ну и интересным собеседником, где ученик тоже может быть, ну, выражать свое мнение и свои мысли. У нас сейчас будет реклама на 2 минуты, мы очень скоро вернемся. Не теряйте нас из виду. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вместе со мной Марина Соколова, моя соведущая сегодня, и гостья эфира Мария Гуринова. Это ученица 10 Г-класса школы номер 5 города Якутска. И мы сегодня смотрим их глазами на учебный процесс. Я иногда отматываю в прошлое и тоже что-то из своего школьного детства буду вспоминать. Мы говорили о том, что сложно, бывают в школе такие ситуации, когда сложно ученику высказать свою точку зрения, потому что преподаватель может давить. А можно ли сказать таким образом, что школа не учит навыкам коммуникации? И еще чему не учат школы, что, на ваш взгляд, потом вам обязательно пригодится? Я вам точно потом скажу, что вам пригодится и чему не учат. Сначала вас послушаю. С одной стороны, можно сказать, что учат, но с другой стороны, все-таки, как я раньше говорила, учитель все-таки как-то превыше учеников получается. И это неправильно. Могут, получается, проскакивать даже среди учителей в адрес учеников какие-то оскорбления, что делать не нужно. Например, как сказал мой учитель по журналистике Андрей Иванович, здравствуйте, если вы нас слушаете, вот, получается, он сказал, он предложил такую тему, то, что нужно вводить, получается, негласного адвоката, то есть человека, который мог бы, получается, следить за тем, что не было оскорблений в сторону ученика или учителя, то есть чтобы все было максимально цивилизованно и, то есть, максимально нормально, вот. И также сложно, учитель, он все равно там, да, допустим, если брать там младшее звено или среднее звено, учитель, он же все равно, и даже, ну, внешне он выше, да, там, и как бы, и сложно, когда ты в такой позиции, вообще ребенку сложно говорить, а если еще это и со стороны взрослого преподавателя,
как-то еще какие-то оскорбления он применяет, то это, ну, это вообще недопустимо же, на самом деле, вообще как-то ни с кем. Ну да, хочется этого избежать, а получается, что в школе, наоборот, учат тому, как не надо. Я думаю, что в школе не учат, вот точно не учат навыкам коммуникации, потому что я вышла абсолютно чистый лист, я не знала, как общаться. Я даже не знала, как в процессе разговора можно, там, например, о себе позаботиться, да, или в процессе общения с другим человеком, как себя можно защитить. Финансовой грамотности не учат. Вчера у нас был эфир про финансовую грамотность. Я уже намного, очень намного старше вас, я поняла, что я чистый лист. То есть точно в школе этому не учат. Ну, у нас как бы... есть финансовая грамотность, но, к сожалению, она не так популярна в нашей школе среди учеников. И особенно печально то, что ей не интересуются именно младшие классы, ведь именно с детства надо прививать вот эту финансовую грамотность, как надо правильно распоряжать свои финансы, как правильно тратить деньги и вообще как вообще не спуститься до нуля и потом не бегать и не думать, где же мне взять деньги, как же мне купить еду и вот все прочие нужды, которые... требуется для человека. А, конечно, как это... можно их заработать, да, например, вот. Вот когда ты еще, ну, школьник, да, там, уже тебе уже нужны карманные деньги, как ими распоряжаться правильно. Потом в школе не учат, как самовыражаться, да, наоборот, допустим, когда я училась, нам не разрешали, но у нас тогда была единая школьная форма. Кстати, давайте об этом сейчас поговорим. Сейчас ведь нет единой школьной формы, вы в школу можете прийти, вот одеться так, как вы хотите, или вы не можете это сделать? Ну, это зависит, наверное, от школы, потому что в разных школах есть школьная форма, а в некоторых нет. В нашей школьной форме, в нашей школе есть, получается, такое правило, то, что мы одеваемся в деловой стиль одежды только, и по субботам мы можем там как-то самовыразиться. Но сейчас старшеклассники часто пренебрегают этим правилом и одеваются в свободной форме даже в будние дни. Вот. Ну и как вам как лучше, свободная форма или все-таки чтобы все были более-менее как-то в деловом стиле? Мне кажется, что это по настроению, когда-то хочется там в деловом более стиле одеться, когда-то вот настроение такое более веселое, хочется одеть желтую худи и повеселиться. Да, вот. Но все-таки школа — это же, ну, не какое-то обычное общественное здание или вот. И в любом случае школьная форма — это не просто на усмотрение администрации школы, что вот мы хотим, чтобы ученики одевались в белую рубашку и черную юбку. Это... самое главное — это тоже дисциплина, потому что на работе, в офис все-таки я не приду в каком-нибудь там худи или в пижаме. Это тоже вот все-таки плюс в том, что с самого детства уже прививает к этой дисциплине, что, ну, надо одеваться прилично, да. Но, конечно, и то, что на нас не давят, чтобы мы носили только какую-то общую форму, это тоже какой-то плюс, чтобы ученики тоже умели самовыражаться даже через одежду, обычную одежду. Это тоже как-то показывает наше нутро, нашу душу. Вот. Ну, у нас вообще прекрасная молодежь, правда, у меня нет своих детей, может быть, у меня немножко такое дистанционное, да, мнение, потому что я просто вот общаюсь. И вот сегодня пришли две прекрасные девочки. Пришли, во-первых, заранее перед эфиром, обе подготовлены с конспектами. И Марина мне еще сегодня подарила вот такой вот рисунок, я попрошу режиссера показать. Вот такой рисунок она мне подарила, просто шикарный. И сейчас на экране мы видим рисунки Марины, и я хочу, чтобы мы поговорили про увлечение. Остается ли со школьной вот программой, с занятостью школы, да, время на то, чтобы самовыражаться через свои увлечения? Насколько вы можете посвятить и время себе предоставить для того, чтобы заниматься тем, что вам нравится, помимо того, что вы должны еще учиться? Марина, положи, пожалуйста, вот сюда на стол. Я попрошу режиссера, чтобы он показал еще вот рисунок, который мой сегодня. Я прям очень довольна, мне очень нравится. У нас прямой эфир 32-00-66-32-11-66, телефоны прямого эфира, и у нас есть уже звонок. Алло, доброе утро. Да, уже меня слышать, да? Да, слышим вас. Представьтесь, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Это из города Вилюйска, Николаева Наталья Семеновна. Да, Наталья вот Семеновна. Вот я слушаю, тема очень интересная. Про школу рассказывают современную. У меня такой вопрос, долго говорить не буду. Ну, первый вопрос такой. Вот школьница, ну, этим, да. Хорошо ли вы воспринимаете всю программу, которую старается дать в школе? Очень много предметов, вот я говорю. Первый вопрос. Понятно, да? Да. Да, да. Дать в школе. А, может, спасибо. Может быть. Спасибо за вопрос. Программу.
чтобы лучше дети воспринимали. Например, некоторые дети хорошо воспринимали гуманитарные науки, а кто-то там точные науки. Мне кажется, очень много, вот программа слишком расширенная. Как дети это воспринимают? Первый вопрос понятен, да? Да, понятен. У нас второй еще вопрос второй будет. Второй вопрос. Вот сейчас у нас, конечно, условия изменились, да? Это не то, что в советское время было. Вот такой вопрос. Как нынешние дети, может быть, они тут ответили, но тем не менее, как нынешние дети относятся к этим дистанционным урокам, онлайн-урокам? Спасибо большое. Я считаю, что живое общение с учителем никто и ничто никогда не заметит. Наталья Семеновна, спасибо за вопросы. На второй вопрос мы уже отвечали, да, до этого говорили девочки свое мнение про дистанционное обучение, а про школьную программу как раз отличный вопрос, да, вот, и тоже он созвучен с тем, о котором я сказала, остается ли время на увлечение, да, и насколько вам легко обучаться по той программе, которая сейчас есть в школе, насколько легко составлены, понятно составлены учебники, насколько доносится понятна информация для вас. Ну, мы с Мариной сейчас обучаемся конкретно в гуманитарном классе. То есть наш индивидуальный, можно сказать, расписание, оно нацелено именно на гуманитарные более науки. Там история, русский, литература. Но, конечно же, мы никак не отбрасываем ту же астрономию, математику или естествознание. У нас, конечно, у каждого класса, который обучается по какой-то определенной программе, больше часов идет именно на основные дисциплины. Ну, я вообще в конкретном классе, конечно, есть время именно обучаться по тем предметам, которые нам понадобятся. Астрономия у нас, ну, только 2 часа в неделю идет, и нам вполне достаточно этого, чтобы выделить время другим занятиям. Ну, кому-то, конечно, может эта программа быть сложной, кому-то нужно больше истории, больше русского. Математика, она всегда нужна, хоть гуманитарию, хоть физмату. Ну, конечно, есть, у нас математики тоже довольно, как бы, и много, и немало. Но кто-то может понимать программу не сразу, и кому-то нужно больше времени. Но это уже зависит от каждого человека индивидуально. Вот. В принципе, получается, Мария довольна тем, как доносится информация. А нет ли такого, что сложно составлена программа по каким-то предметам, и вы, допустим, когда читаете вот ваши учебники, вам сложно воспринимать это? Да, есть, мне кажется, такое, то, что иногда приходится перечитывать по 2-3 раза там абзац. Само задание, да, несмотря на то, что уже там... Да, и получается в этом тоже сложности, мне кажется, потому что почему нельзя нормально... Простым языком. Да, простым языком выразить, получается, то, что нам нужно сделать. То есть, например, там, в том же учебнике по математике, почему нельзя сказать проще? Нужно бросаться терминами какими-то, которыми, возможно, никто не владеет, ну, из учеников, например, допустим. И это действительно иногда бывает сложно. Вот насчет увлечений я тоже бы хотела сказать, дополнить Машу. Но мне кажется, это для каждого все-таки индивидуально, потому что у меня есть знакомые, которые после школы идут не только к кружке, но и к репетиторам, например, для ЕГЭ того же. Сейчас мы будущие 11-классники сдаем, получается, в следующем году ЕГЭ. И потом еще там кружки какие-то, да, получается, после этих репетиторов. Приходят домой где-то там в 10 часов вечера, еще домашнее задание. И то есть это действительно иногда бывает сложно. Но это нужно распределять время, мне кажется. Но иногда его просто не хватает. Вот замечательные рисунки рисует Марина. Покажите, пожалуйста, режиссёру, у меня просьба. Вот это мой подарок. Я вот прям очень хвастаться хочу. Мне очень, правда, нравится такой необычный стиль. Почему вот в таком стиле? Откуда этот стиль к тебе пришел? Прям такой современный Сальвадор Дали. И как у тебя хватает времени тогда, получается, при таком вот насыщенном ритме, где учеба, домашние задания, и живешь ты далековато от школы, да, и время на дорогу и так далее? Ну, мне кажется, просто нужно раньше вставать и так далее. Например, я могу рисовать на переменах, а насчет стиля, не знаю, он как-то пришел ко мне самостоятельно, я даже его не звала никогда. Вот, это всегда... очень круто вообще, мне правда очень нравится, круто. Прям необычные рисунки такие космические. Кстати, Марина не так давно, вот буквально, да, недавно участвовала в конкурсе, который был посвящен теме космонавтики, Дню космонавтики, и ее рисунок занял 1-е место.
Вот режиссеру тоже у меня просьба показать тот рисунок, который мы последним отправили по WhatsApp сегодня. Вот этот рисунок, он занял первое место. Марина, расскажи подробнее про конкурс. О, это конкурс, который, получается, приурочен ко Дню космонавтики. Он происходит каждый год, получается, и каждый год практически я участвовала. Из-за пандемии, конечно, его отменили в прошлый раз, я не участвовала. Но я стараюсь каждый год участвовать с моей учительницей по ИЗО, Марина Владимировна. Здравствуйте, если вы тоже слышите нас, да, получается. Спасибо вам за Марину, за такого талантливого человека. Да, получается. Вот этот рисунок конкретно, он... о любви космонавта и, получается, якутской девушки. Потому что космонавты, они, получается, же уезжают в космос. В космос, улетают в космос, как а бы на работу. А девушки ждут на Земле. Да, и это, получается, про сон, то, что космонавт рад, то, что он встретился. Отлично, извини, перебью. Мы через 2 минуты снова вернемся в студию. Оставайтесь с нами, не теряйте нас. И звоните в 3-м блоке нам. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Сегодня гости студии моя соведущая Марина Соколова и гость студии Мария Гуринова. Правильно Марина называет фамилию? Мария. Мария, правильно, Мария Гуринова. Мы говорим о школе, о том, как сегодня учиться, как учиться в школе, хорошо или не очень хорошо. И я бы хотела сказать, что цель нашего эфира сегодня, это, конечно же, не закидать учителей камнями, да. Понятно, что эта профессия благородная, она сложная. Понятно, что учителям тоже тяжело. Редко у какого учителя есть свой психолог, да, которому он будет там еженедельно ходить и вот как-то свои какие-то проблемы высказывать, рассказывать, да, и, может быть, и времени на это нет, и навыка нет. И поэтому понятно, что учителя тоже люди и тоже с какими-то своими там проблемами приходят в школу, к сожалению, да, нередко бывает, что конфликты могут происходить из-за этого, то, что человек там сам себе не может помочь, и, ну, это и потом во взрослой жизни, на месте работы, часто мы решаем какие-то вещи, которые можно было решить в кабинете у психолога. И цель наша сегодня – это просто рассказать о том, в какую школу было бы приходить интересно и хотелось бы приходить туда каждый день. Но, в принципе, я особо не почувствовала, что вам не хочется приходить в школу. Конечно, мне кажется, все равно хочется, да, все равно школа, наверное, это прекрасная пора, но есть какие-то вещи, которые можно было бы и, возможно, изменить. Но это, наверное, надо менять полностью всю систему образования. Мне очень понравилась мысль про факультативные вот эти вот мероприятия, то, что ты приходишь и разные, там, не знаю, прям картинку увидела, что такое большое расписание факультативов, уроков, и стоит там 5-классник, стоит 10-классник, о, пошли сюда, пошли. Я прям как-то... Мне кажется, это очень круто, очень здорово, и было бы точно всем интересно. Психологи нужны всем. Есть ли в школе психолог? Я не планировала этот вопрос, сейчас просто мне пришел. И насколько он вам помогает в решении каких-то ситуаций? Наверняка ведь возникают ситуации у вас и со сверстниками, возможно, да, какие-то недопонимания. Может быть, возникают с учителями. Кто в этой ситуации, в таких ситуациях вам помогает? Мне помогает, получается, тоже психолог. У нас прекрасный психолог Ирина Владимировна. Здравствуйте, если вас смотрите. Я столько приветов передала, мне кажется. Сегодня вас поддерживают, я знаю, ваши одноклассники, да, смотрят. Да. Были фотографии, где вот с классом сегодня показывали. У нас очень дружный класс, да. Мы вас всех любим. Да, передавайте им привет. Это же отлично, что вас поддерживают и что сейчас вас слушают, смотрят. Могут звонить нам по телефону прямого эфира 32-00-66, 32-11-66. Значит, с психологом все хорошо, да. Повезло вам стало быть. Все прекрасно, да. Она у нас такая вот женщина, которая может и поддержать, и посмеяться, и как друг с нами разговаривает. И действительно круто, когда есть такой, получается, специалист, который может и поддержать, и поговорить по-дружески, и дать совет какой-то. Потому что многие психологи в школе, они же, ну, не очень. И вот. Ну, у меня вообще ощущение, что их очень мало, да, и да, что хороших психологов мало. Вот часто в школе просто для галочки, там, но есть психолог, кабинет психолога. Хотя на сегодняшний день очень ведь много существует методов, которые можно коллективно применять, там, групповые какие-то работы, да, можно индивидуально. Если вам все нравится, то это здорово. Самое такое сложное, наверное, время в школе, да, одно из сложных, это экзамены, это ЕГЭ. Вот в это время вам помогает кто? Как вы сами себя чувствуете? У вас же это предстоит, да, сдача ЕГЭ. Что это вообще такое? Я-то не знаю, я никогда не сдавала ЕГЭ. Я просто знаю, что это тесты, это не диалог вот, с учителем, да, ты там сам просто что-то отвечаешь.
и насколько это для вас страшно? Потому что, ну, все говорят, ой-ой-ой, прям там школьники трясутся, не спят ночами. Ну, получается, вот мы десятиклассники, к сожалению, мы не сдавали ОГЭ, и поэтому мы даже не имеем понятия, как этот процесс сам происходит. Да, мы сдавали пробники, но это все равно не то чувство, которое хотелось бы ощутить. Поэтому можно сказать, что ЕГЭ — это наш первый в жизни экзамен. Конечно, учителя, они не давят на нас, что вот ЕГЭ — это от ЕГЭ зависит вся ваша жизнь, ЕГЭ — это самый-самый сложный в мире тест, вот экзамен. Они, наоборот, пытаются нас как бы успокоить, то, что вот мы же готовимся, если вы будете готовиться и отвечать на уроках, то вы в любом случае сдадите. Родители мои также тоже говорят, что это всего лишь экзамен, пришел, написал и вышел, то есть не надо бояться его так сильно. Конечно, к сожалению, вот некоторые дети из-за плохой оценки вот заканчивают не очень хорошо, и, к сожалению, этот экзамен... наверное, на каких-то детей очень сильно надавили то, что говорят им, вот, вы не сдадите и так далее. И вот. А у нас есть телефон, вот, возможно, про ЕГЭ что-то спросят или скажут. Алло, здравствуйте, доброе утро. Добрый день, ведущая Светлана, и это современные наши дети. Да, Марина и этот, Мария. Отец пятерых детей и дед десятерых внуков. Ой. Там Дамандиакнак у Салдана беспокоит. Роман. Но программы ЕГЭ вы спрашивали, а я хотел узнать этих детей, сколько вы языков знаете? Сейчас больше надо знать, 5-6 языков. И второй вопрос. Вот вы хотели стать фермером, ухаживать животному, доить коров. Нынче очень свою профессию меняет, быстро меняет. Ну, спасибо. Роман, огромное спасибо вам за вопрос. Кстати, да, про будущую профессию. Ну, я не знаю, кто сейчас хочет стать фермером, да, может быть, кто-то и хочет. Вообще, на ваш взгляд, какие вот, ну, назовите там три топ-профессии для вас, которые вас привлекают и привлекают ваших сверстников. Вы же наверняка общаетесь. И кем вы хотите быть? Кем вы планируете быть? Лично я, конечно, нацелена как бы стать именно не то, чтобы стать конкретно журналистом, а работать в сфере рекламы и связи с общественностью. Конечно, в далеком-далеком детстве я хотела стать учителем. Но это детские мечты, так сказать. Но я, конечно, знаю, что профессия учитель очень довольно сложная, как в психологическом плане, так и в физическом. Вот. Ну и еще у меня были моменты, чтобы связать жизнь с психологией, потому что иногда вот когда я говорю именно на такие темы о людях, о их душевном состоянии, то меня уже заводит довольно далеко и сильно. Вот, это лично для меня вот такие профессии, которыми я хотела бы связать жизнь. Они в основном связаны именно с общением с людьми. То есть я люблю разговаривать с людьми. И вообще, когда я начинаю только разговаривать, конечно, я немного стесняюсь, волнуюсь, а потом, когда уже мой мозг уже начинает адаптироваться, то я уже сама уже начинаю говорить очень-очень много. Отлично. А я, мне кажется, нацелена сначала... Я не нацелена, точнее... остаться на одном образовании, то есть для меня это не клише и так далее, потому что я хочу, например, сейчас я думаю стать журналистом, да, получается. Мне очень нравится вот вся тема с написанием текста, с радиожурналистикой, телевизионной журналистикой, я этим горю, но тем не менее я не хочу бросать и свою творческую деятельность в поэзии, в рисовании. Также я очень хотела бы стать дизайнером. И мне кажется, в будущем я смогу реализовать свои цели на жизнь. А я вот слышала, что сейчас даже вот можно получать сразу несколько образований, да? То есть, ну, это, наверное, безумно трудно. Насколько вам, как вы думаете, будут нужны и полезны иностранные языки, и какие в дальнейшем? И учите ли вы их сейчас? Вот, мне кажется, получается... Опять слово «получается». Да и нормально, получается и получается, значит, все получится. Иностранные языки определенно очень важны нам, но сейчас, например, у меня нет времени, допустим, учить. Я не воспринимаю языки так сильно и хорошо, потому что у меня сейчас, допустим, нет мотивации, мне сейчас, ну,
Это нужно, но, мне кажется, нужно собраться и сделать это когда-нибудь, но не сейчас. Вот я думаю, это важно, когда у тебя есть необходимость, да, ты выучишь этот язык. Говорят же, разговорный язык, он быстрее, там, да, чем ты начинаешь с грамматики его изучать. Когда нужно, точно ты его освоишь. Ну, творчество, Марина, вот прям не бросай, у тебя действительно шикарные картины, мне прям очень нравится. Еще раз тебе огромное спасибо. Это вам спасибо за такую теплую реакцию. За такой подарок. Ну а как иначе? Во-первых, Марина угадала, даже не знала она. У нас не было разговора, она угадала мои любимые цвета, желтый и синий. И вообще, мне кажется, я похожа с новой стрижкой на вот этот рисунок. Вот тоже самовыражаться. Вот я, допустим, в школе, когда я себе там чего-то не могла позволить, да, как-то постричься, как хотела, там, да, вот сейчас наверстываю, иногда мне кажется, это смешновато, вот хочется татуировку сделать, уже вроде как не время, да, но все равно в молодости как-то оно, вот, насколько вы себе разрешаете самовыражаться, вот, не только через такие необычные рисунки, а что-то сделать такое вот внешне как-то самовыразиться, быть ни на кого не похожей. Ну, сейчас большинство современных детей, конечно же, красят волосы, делают пирсинги. В нашей школе есть такие дети, которые красятся в довольно ядреные цвета. Ну, учителя, конечно же, делают замечания, но они как бы не заставляют перекрасиваться. Ну, покрасился и покрасился, хорошо, ничего страшного. Конечно, самовыражение — это, во-первых, конечно, ты должен сам себе нравиться. То есть твое тело — твое дело, что хочешь, то и делаешь. Вот у нас в школе есть ученики, которые делают пирсинги вот там на бровях, вот в носу. Ну, конечно, ну, главное, чтобы это же никак не сказывается на учебном процессе. Ребенок от этого глупее, умнее не стал. Если ему нравится, то ради бога, почему бы нет? Тем более, самое главное, родители не против, почему бы нет. Если их и ребенку нравится, то значит, он делает это правильно, потому что наше мнение — это превыше всего остального. Мне кажется, вообще самые важные вопросы от взрослого ребенку — это какое у тебя настроение, что ты чувствуешь, и, в общем-то, какая разница, какая оценка у тебя по какому-то предмету. Конечно. Да? У нас остается минута до конца эфира. Может быть, вы хотите что-то еще сказать или кому-то еще передать привет? Я поняла, что журналистика в топе у вас профессии. Ну да, можно так сказать. Я буду рада вас видеть как коллег. Мы тоже будем в этой рады. Студии. Это не только прекрасно. Как с ведущей сегодня, Марина. Я думаю, что отличный дебют. Спасибо огромное. И мне очень понравилось, очень комфортно с тобой. Я думаю, что мы сегодня поговорили, наверное, какие-то темы затронули, которые интересны были тем, кто по ту сторону экрана, по ту сторону эфира. Да. Как ваше настроение, что чувствуете? Ну, мне кажется, это очень волнительно всегда вот знать то, что тебя слушают сейчас люди, которые общаются с тобой в жизни и так далее, и это феерично, мне кажется, в плане того, то, что это первый раз, и как-то... Ну, пусть не прекрасно. Последний. У нас уже время подходит к концу, и у Марии я спрошу, что ответы я выслушаю после эфира. Всем спасибо за внимание, всем хорошего дня, и любите своих детей. Почаще спрашивайте, как им.